Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про підготовку майбутніх соціологів, політологів та психологів. Радий вітати, як завжди, в нашій студії декан факультету психології, політології, соціології Денис Яковлев. Добрий вечір, Денис Вікторович. Студентка, аспірантка факультету Анна Таран. Вітаю. Добрий вечір. Нещодавно юридична академія проводила день відкритих дверей. Як завжди, дуже багато абітурієнтів майбутніх. Денисе, чому саме молодь повинна, має обирати факультет психології, політології та соціології? Можливості факультету? Да, дійсно, ви абсолютно праві. Був недавно день відкритих дверей юридичної академії, і треба сказати, що зал був заповнений, і навіть стільки прийшло наших майбутніх абітурієнтів, 11-класників, випускників цього року одеських шкіл, что некоторым пришлось и даже стоять, и они стоя слушали выступления, а затем каждый декан пригласил, и мы проводили с ними встречи, и все они оставили свои координаты. И знаете, как действительно сегодня начну, наверное, с базовых вещей. Первое – это что сегодня в юридической академии в целом, и в частности на факультете психологии, политологии и социологии, мы прошли лицензирование, соответствуем всем критериям, и есть у нас достаточно большое количество бюджетных мест. Конечно, есть и контрактные места, и в этом году сумма контракта не будет повышаться, хотя, конечно, это сложное решение, но на этот год сумма контракта остается, как это и было заявлено еще с прошлого года, несмотря на сложную ситуацию в стране. Но 15 тысяч гривен в год – это сумма контракта на факультет, на все три специальности нашего факультета. Но еще раз подчеркиваю, бюджетные места, наш базовый набор. Я приглашаю всех выпускников школ этого года прийти и взять свое бюджетное заслуженное место на факультете психологии, политологии и социологии. Надо сказать, что благодаря усилиям президента Академии Сергея Васильевича Кивалова создана просто прекрасная материально-техническая база в Академии. Мы говорим, что она лучшая не только в Одессе, но, наверное, и в Украине. Потому что такое сочетание и аудиторий больших лекционных, и специализированных аудиторий для семинарских занятий, и кафедры, лаборатории, спортивный комплекс. То есть это позволяет, прекрасная библиотека, то есть это позволяет нашим студентам развиваться гармонично, получать не только знания, но и заботиться о своем здоровье, о хорошей физической форме. Сейчас это очень модно среди молодежи, и это очень хорошо. И, конечно, развиваться во всех направлениях, как это положено, в самые прекрасные университетские годы. Для студентів, що є на факультеті психології, політології, соціології? Ці роки чим запам'яталось вам, Анна? Да, я подхвачу Дениса Викторовича по поводу материально-технической базы. Ну и с другой стороны, конечно, качество самого материала, который преподают, он очень современный и актуальный. Потому что мне удалось захватить две специальности из факультета, и политологии, и социологии. И хочется отметить очень высокие качества подготовки и очень актуальность изучаемых предметов. Что запоминалось самое? Ну, запомнилось на самом деле много, потому что здесь участвует в учебном процессе очень много факторов. Это и преподаватели, и одногруппники, и сама как бы экосистема университета, она очень много вносит в как бы процесс изучения предметов. Больше всего мне запомнились геополитика, конституционное право, конечно, юридическая академия и базовая правовая подготовка — это очень важно в современном мире, без этого никак. И, конечно же, теория выбора. Это все очень помогло мне и в профессиональной карьере, и как бы просто как активному гражданскому, активному гражданину. Громадянин, да. Так, наскільки я розумію, і Денис це обов'язково підтвердить, пане Яковлев, що студенти факультету психології, політології, соціології кожного року є традиція відвідувати наші органи влади. Чи... Да, це прекрасно, тому що кожен рік Денис Вікторович їздить з первокурсниками в Верховну Раду України. И это очень важно и полезно, потому что парламентаризм в нашей стране нужно развивать, так как это основа власти.
И представления глубокие о парламенте сейчас очень важны. И когда с первого курса ты едешь именно туда, чтобы увидеть своими глазами, что такое Верховная Рада Украины, это, безусловно, дает толчок и стимул на изучение в дальнейшем и науки, и учиться дальше, чтобы... Я хочу добавить, так, что чем? Будучи с первого курса Верховной Рады Украины, действительно, это такая традиция, ну, она была бы неосуществима без поддержки президента Академии Сергея Васильевича Кивалова. И действительно, мы посещаем Верховную Раду Украины, встречаемся там с депутатами, и потом наши лучшие студенты проходят практику в комитетах Верховной Рады, это месяц, в течение месяца они там находятся, это уже не на первом курсе, а на более старших курсах, а затем имеют возможность остаться и получить работу в Верховной Раде Украины. Вот один из таких примеров. Это наша выпускница, студентка-аспирантка, действительно, Анна Таран. Она сегодня работает в информационном управлении Верховной Рады Украины. Надо сказать, что очень много сегодня в современном государстве, очень много таких специфических должностей и специфических видов работы, деятельности, очень высокооплачиваемых, надо сказать, которые не всегда могут сделать люди с другим образованием. А как раз для политологов, для социологов, для психологов сегодня есть такая очень большая ниша, что юристы — это очень уважаемая профессия, но не всегда юрист хорошо может работать и с политической информацией, и с политической средой, и в политике, и с социальной информацией. И это в полной мере сегодня, знаете, востребованы такие специальности, востребованы такие профессионалы, которых готовят в юридической академии на факультете психологии, политологии и социологии. И вот участвовала Анна в программе РАДА. Как раз вот я смотрю. Да, расскажу про программу РАДА. Это программа технической помощи развитию парламентаризма и вообще парламентской реформы в Украине. Они в этом году проводили очень активно тренинги для новоизбранных народных депутатов. Кроме того, они проводят очень много тренингов именно для аппарата Верховной Рады, так как работа с аппаратом — это неотъемлемая часть, они там куда дольше, чем народные депутаты, и с ними нужно еще больше работать над, как бы, их сплоченностью. Вот, и они вносят тоже очень большую лепту в то, чтобы, как бы, повысить доверие к парламенту, потому что сейчас, к сожалению, парламент не хватает доверия, и я думаю, что у них все получится. Про депутата сразу переходи. Да, кроме того, совместно с программой РАДА мы привезли в наш университет депутата Европарламента Ребекку Хармс, которая очень оценила техническую базу и нашего университета и увидела то, как мы присоединяемся к этому экологическому движению, наши панели солнечные, и ей все очень понравилось. Она провела, кроме того, воркшоп для студентов, и она была под большим впечатлением. Так мы плавно с працевлаштування майбутніх там соціологів та політологів прийшли до міжнародного співробітництва. Наскільки я розумію, це вже багато років на вищому рівні йде співпраця міжнародна. Факультет визнаний за кордоном, і це співробітництво триває далі. Да, ви знаєте, от недавно буквально приезжал декан факультета политологии и международных отношений одного из ведущих университетов Литвы, Литовской Республики, университета Витаутаса Магнуса, Витаутаса Великого. И мы обсуждали наши планы развития на будущее. В том числе сегодня речь идет о том, что диплом Одесской юридической академии, он признан и в Европе, и в мире. Мы бы хотели сегодня делать совместные такие магистерские программы с целым рядом ведущих мировых университетов. Первые шаги у нас уже сделаны, и они касаются, вот перед тем, как учить студентов, да, нужно, наверное, поговорить с преподавателями, с учеными, посмотреть наши общие темы исследовательские. Вот у нас есть уже не первый год на факультете, в академии издается такой журнал «Актуальные проблемы философии и социологии», он является фаховым. То есть в нем публикуются результаты исследований по политологии, социологии, философии, психологии, междисциплинарный журнал, результаты исследований ученых. Они признаются при защите кандидатских, докторских диссертаций. Вот я просто в качестве примера сегодня специально распечатал два письма. Это письма, подтверждающие. Одно письмо вы видите, университет, Калифорнийский университет, профессор Кеван Харрис.
Он к нам приезжал, проводил у нас лекции, тренинги со студентами. Это известный, один из самых известных сегодня в мире социологов. И он согласился и входит сегодня в редколлегию нашего журнала. И коллега из Израиля, из университета Бар-Илана, коллега, который Джеральд Стейнберг, профессор политологии. Он также согласился, и вот письмо, которое подтверждает, что он согласен войти в редколлегию журнала. Почему это важно? Потому что они приезжают к нам, мы с ними общаемся, встречаемся, и таким образом мы совместно приходим к каким-то новым, интересным научным результатам и договариваемся о совместном обучении студентов и о совместных программах, образовательных программах. И как раз вот этот процесс позволяет говорить о том, что наши студенты сегодня востребованы не только в Украине, наши выпускники, не только в Украине, но и в Европе, и во многих странах мира. И это очень хороший показатель, потому что особое внимание в юридической академии уделяется изучению иностранных языков, не исключением является и наш факультет. Также хотелось бы сказать вот о международном сотрудничестве. Это действительно сегодня одна из приоритетных тем, но она очень связана и с образовательным процессом, и с научной деятельностью. Вот согласно приказу Министерства образования и науки, еще один показатель, мне кажется, что и для абитуриентов, для их родителей такие маркеры должны быть. Да, вот международное сотрудничество, бюджетные места, материально-техническая база, библиотека, преподавательский состав, наши выпускники, которыми мы гордимся. Но еще один маркер – это то, что министерство выбрало именно факультет психологии, политологии и социологии базовым для проведения всеукраинского соревнования между политологами и социологами. Это называется Всеукраинская олимпиада по политологии и социологии. Вот есть приказ, и согласно этого приказа именно наш университет, именно наш факультет признан базовым для проведения вот такого рода олимпиад. И здесь выделено, что именно факультет психологии, политологии и социологии Национального университета Одесская юридическая академия, именно у нас здесь соберутся представители, лучшие политологи, социологи со всех украинских университетов. Ну, надо сказать, что мы неоднократно в таких олимпиадах наши команды студенческие побеждали. И это показатель высокого уровня, когда мы соревнуемся, наши студенты соревнуются со студентами других университетов и занимают высокие места. Вот, например, первое место. Вот мы заняли второе место. Эта олимпиада проходила в Киевской политехнике. Команда заняла наше второе место. Вот тоже одно из призовых мест. Ну, в индивидуальном, это я взял маленькую часть, вот в индивидуальном зачете тоже, это в Киевской политехнике была олимпиада по социологии, наш студент Сорокин занял там призовое место и стал одним из победителей олимпиады. Это важно, потому что это показатель результата, который добивается ежедневным кропотливым трудом наших студентов и наших преподавателей. Що є на факультеті, щоб свою майстерність робити більш краще? Наскільки я розумію, лабораторія вже багато років працює. Розкажіть, будь ласка, о неї, на якому... Да, дійсно, нельзя не сказати о діяльності лабораторії соціологічних і політичних дослідження. Сьогодні без достовірної інформації, без, говорять, соціології – це зеркало общества. Тобто, дійсно, соціолог сьогодні должен исследовать. И причем для этого есть разные эмпирические методики, которые позволяют получить объективную картину тех процессов, которые происходят в современном украинском обществе. Ну, все знают социологов благодаря тому, что они занимаются рейтингами, и рейтингами политиков, и рейтингами государственных деятелей. Так вот, хочу сказать, что это лишь малая часть, вершина айсберга. А социологические исследования сегодня очень востребованы. И мы гордимся тем, что именно социологическая лаборатория сегодня именно у нас заказывают социологические исследования и органы государственной власти, и органы местного самоуправления, и различные компании, которые, знаете, без социологии невозможен ведь маркетинг и невозможен менеджмент. То есть любой руководитель должен понимать, что сегодня у него происходит в его структуре, в его команде, в его сфере. И то же самое касается и маркетинга. Это не только политика, это и бизнес, это и коммерция, это и туризм, это и молодежная политика, которая сегодня очень востребована, это и гендерная политика. Это вот мы сейчас как раз работаем над программой исследовательской по мониторингу. Была очень серьезная программа в Одесской области, как пилотный такой проект «Насилие в семье». И именно наша лаборатория вот занимается тем, что мы делаем мониторинг этой программы. То есть мы опрашиваем участников, проводим фокус-группы. И самое главное, что в этом процессе активное участие принимают студенты.
То есть уже с первого курса они могут быть трудоустроены в лабораторию, и уже с первого курса они стают непосредственными участниками социологических и политических исследований. И это очень важно и очень хорошо. И это кроме практики, потому что выделяется месяц каждый год на прохождение практики, это и для психологов. У нас очень хорошие преподаватели, которые и по психологии, и по социологии, и по политологии, которые, знаете, не просто кабинетные ученые, а которые действительно владеют инструментарием исследовательским и дают хороший исследовательский эмпирический результат. А это очень тоже сегодня, на сегодняшний день, высокооплачиваемая работа, высокооплачиваемый вид деятельности. Поэтому сегодня, я думаю, что учитывая важность психологии, политологии и социологии, наши выпускники точно без работы не окажутся, а смогут прокормить не только себя, но и свои семьи еще. Чи підтверджуєте таку впевненість? Да, я полностью согласна, потому что аналитика, качественная аналитика сегодня востребована как никогда. И она нужна как в государственном секторе, так и в частном. И обладая этими методами аналитическими, можно устроиться на работу очень много куда. Отже, Денис Вікторович, є ще можливість запросити молодь, амбітну, талановиту молодь, яка хоче і подалі розвиватися, ще раз, щоб не помилилися факультетом. Так, да, приглашаємо абітурієнтів, приглашаємо випускників цього року, 11-класників, приглашаємо поступати на факультет психології, політології, соціології. Очень важно, дійсно, в яких условиях і як ви проведете наступні, як мінімум, 4 роки. Очень важно, какое образование вы получите. Знаете, мы говорили о трудоустройстве, о маркерах таких. А я хочу сказать еще одно очень немаловажное. Уважаемые выпускники, вот на факультете собраны три науки, которые называются науками 21-го столетия. Почему? Потому что психология, социология, политология – это человек, общество, политика. Это значит, что на нашем факультете мы вам поможем разобраться в себе, понять, кто вы, понять, почему так или иначе вы реагируете на определенные ситуации, понять окружающую среду, понять вот социальные группы, понять ваши отношения в семье, в трудовом коллективе, в студенческом коллективе, в школе, почему с одной группой складываются отношения, с другой не складываются. Ну и, конечно, третье – это политика. Сегодня политики очень востребованы, и сегодня политические технологии и политология – это очень востребованная наука. Сегодня политика интересна всем, и значит, политика сегодня нужна всем. Вот познать себя, общество и политику – это именно мы вам поможем. Дякую. Будемо стежити за ходом компанії, яка тільки-тільки там розпочалася. Бажаю успіхів в навчанні і в роботі. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». С вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.